Здравствуйте. В эфире новости из Венгрии на телеканале М1. Я их ведущая Дарья Фоменко. Коротко о главных событиях дня. На московских переговорах обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные и региональные проблемы, заявил Владимир Путин после встречи с премьером Венгрии. Президент России отметил, Венгрия является важным партнером для России в Европе. Он добавил, в российско-венгерских экономических отношениях энергетика играет важную роль. Россия уже в течение многих лет снабжает Венгрию энергоносителями. Благодаря долгосрочным соглашениям Венгрия имеет возможность закупать российский газ ниже рыночной цены. Если газ поступает из России, то мы можем сократить расходы на услуги ЖКХ. Если нет российского газа, то не будет и снижения, заявил Виктор Орбан после переговоров с Владимиром Путиным. Президент России отметил, что в Москве знают, почему в Европе возник вопрос по энергии. Но в Венгрии проблем с поставками газа не будет. В ходе переговоров также обсудили украино-российский конфликт. Виктор Орбан в этой связи отметил, его московский визит является еще и миссией мира, поскольку он смог передать единое мнение лидеров ЕС. Ни один из них не желает иметь конфликт с Россией. По последним данным, в Венгрии штамм коронавируса омикрон распространяется молниеносно. По опыту последних недель, те, кто привиты, переносят болезнь с легкими симптомами. А те, кто не привит, рискуют по-крупному, потому что у них и омикрон может вызвать тяжелые симптомы. Закончилось обновление вертолетного парка венгерских военно-воздушных сил. Все 20 современных машин стоят на вооружении, заявил министр обороны на базе ВВС в городе Сольнок. Тибер Бенко добавил, мы являемся членами НАТО уже 23 года, и у нас есть обязательства, которые можно выполнить только с помощью современных технических средств и хорошо подготовленных солдат. Венгрия до 2030 года хотела бы войти в список крупнейших новаторов, заявил заместитель статс-секретаря на торжественном открытии новой молекулярной микробиологической лаборатории Будапештского университета. На этот проект был выделен 1 миллиард форинтов. В этой лаборатории специалисты проанализируют инфекции и иммунные ответы на них, вызванные естественным путем или вакцинами. Первичная цель в том, чтобы помочь в борьбе с эпидемиями. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания.